мало кто знает, что эта пронзительная музыка далеко не единственное увлечение группы «Берег Запредельного». В жизнь Павла, например, мелодия пришла, как это ни странно, из спорта и йоги. Когда я начал практиковать медитацию, я почувствовал, что моя медитация станет гораздо сильнее, если я начну заниматься музыкой. Ты начинаешь играть, ты открываешь это пространство, и слушатель вместе с тобой погружается в определенные миры, которые совершенно необыкновенны. Мы испытываем некоторые переживания, мы видим себя с другой стороны. И когда ты совершаешь такое музыкальное путешествие, в какой-то момент ты понимаешь, что человек скрывает в себе гораздо больше, чем видит на поверхности. В жизни Степана все произошло как раз наоборот. В йогу и спорт его привела именно музыка. Еще в 1990 году он вместе с группой музыкантов отправился по обмену с концертами в Монголию. А мы увидели, что монголы каждое утро делают пробежку и делают какие-то красивые движения, которые меня сразу зачаровали. Вот это был 90-й год. Там, в Монголии, мы жили месяц в степях Монголии. Там я начал заниматься именно китайской гимнастикой. Теперь Степан не мыслит себя без йоги и уверен, что спорт должен присутствовать в жизни каждого, вне зависимости от возраста. Жизнь своих подопечных Степан и Павел стараются постоянно разнообразить. Эти люди часто ходят в походы, там поют частушки и даже участвуют в различных акциях. Одна из последних прошла в минувшее воскресенье на стадионе Сибво. Забег по совету бабушки мужчины организуют уже не первый год и посвящают его своим родственникам, которым удалось дожить почти до 90 лет. Вот моя бабушка, например, она ушла в мир иной 1 апреля. И она всегда до последнего ходила и говорила всем своим ровесницам: хочешь жить, двигайся. Вот это и есть девиз нашего забега по совету бабушки. В их команде Степан – идейный вдохновитель. Павел же воплощает даже самые масштабные идеи в жизнь. Вместе они реализовали множество проектов, некоторые из которых поддерживает и Министерство спорта Забайкальского края. Самым масштабным стал ежегодный осенний трейл. Ребята и девушки стартовали и бежали 123 километра. Притом бежали по пересеченной местности по одному большому, огромному кругу. То есть мы захватывали, если кто-то из Читы знает, это направление танкового полигона, и потом туда в направление Арачи, Смоленских скал. И получался такой огромный круг. Старт был глубокой ночью. И бежали почти сутки. Чтобы организовать такое большое мероприятие, тоже нужен особый талант. Ведь надо не только собрать людей, но и подумать про пункты питания, безопасности и контроля. Сейчас Степан и Павел очень рады, что в городе появляются такие же активисты и среди молодежи, готовые перенять эстафету по проведению спортивных мероприятий. Сменить звание организатора на номер участника мужчины иногда совсем не против. Ну а пока впереди еще один массовый забег – марафон Победы, в котором могут зарегистрироваться и принять участие все желающие. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.